Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале Польза ТВ. Этот напиток положительно влияет на ЖКТ и повышает иммунитет. Борется с вредными микроорганизмами, бактериями и грибками. Содержит большое количество витаминов и минералов. Способствует снижению высокого давления, нормализует уровень сахара в крови, улучшает состояние сосудов, делает их более эластичными, помогает вывести из организма мочевую кислоту, благоприятно воздействует на здоровье глаз, делая зрение более острым, улучшает память, а также слух. И готовится очень легко и просто. Для рецепта я беру 1/2 чайной ложки сушеного укропа и 1/5 чайной ложки куркумы. Заливаю кипятком, тщательно перемешиваю и настаиваю 2 часа. После чего процеживаю напиток и пью один раз в день перед едой.